Во-первых, хочу и поблагодарить энергетик за этот спарринг, то, что приняли наше предложение, скажем, в этой паузе заполнить. Нам было очень интересно сыграть эту игру. Почему? Потому что мы две самые молодые команды мира. Вот. Исходя из того, что у нас 9 человек разъехались по сборным, значит, дали возможность всем нашим перспективным ребятам поучаствовать сегодня. Кому-то в большей, кому-то в меньшей степени. Ну и самое главное, то, что я сейчас сказал после игры, спросил, Дима Денисенко, тяжело? Да, тяжело. Я говорю, так вот надо больше работать, чтобы потом было в игре легко. Поэтому еще раз повторю, что курс своих воспитанников выдерживаем, выдерживаем. Двигаемся дальше. Чем отличается в корне первый тайм от второго? То, что во втором тайме мы сравняли счет, забили. Вот. А молодых футболистов я вот и в перерыве приводил примеры, что они должны осмысленно выходить на футбольное поле и не повторять тех же ошибок, которые они повторяют в прежних играх. Для того есть тренировочный процесс. Приводил пример, что делаем в тренировочном процессе одно, выходят, как будто забывают, боятся. Если будут бояться, не будут прогрессировать. А прогрессировать будут, я думаю, все будет хорошо. После игры общались с директором РЦОР БГУ. И отметили, что очень приятно, что сегодня в Беларуси встретились две команды, которые в рейтинге находятся самые молодые в мире. Поэтому для нас, как лично для меня, это очень приятно. То, что мы действительно, наверное, выбрали сложный, очень сложный, но перспективный курс на развитие футбола. И приятно то, что действительно этот курс дает свои плоды. Это результат того, что все-таки 9 человек, ну, это немало, что они уехали в сборные. Поэтому приятно, приятно. Я думаю, что и тренерский штаб надо отметить, который все-таки нашел в себе силы, мужество пойти на этот шаг.